Сегодня информационные технологии проникли практически во все сферы жизни человека. Именно поэтому IT-направление – одно из самых популярных частей современного образования детей. Ведущую роль в области обучения занимает CyberOne. Международная школа программирования имеет более 400 филиалов по всему миру, в том числе и в Анапе. Здесь дети от 6 до 14 лет проводят время в гаджетах с пользой и становятся компьютерными гениями. Дети могут попробовать себя и в программировании игр, и в дизайне, и в программировании сайтов. Они создают приложения, чат-боты, то есть, ну, вообще во всем. И плюс еще, конечно, очень важные модули, которые обучают вообще, в принципе, работе с компьютером, его составляющими, основными программами, офисом, презентации, то есть это то, что им прямо вот сейчас, ну, понадобится в школе для создания, допустим, каких-то докладов, там, отчетов. CyberOne – это команда высококвалифицированных программистов с большим опытом работы. Учебная программа, адаптированная для детей, состоит из более чем 60 модулей. Класс оборудован по последнему слову техники, и у каждого отдельное рабочее место. Все это позволяет раскрыть потенциал всех без исключения. В обычной школе скучно так объясняют все, а тут такая атмосфера классная. Я хочу в этой школе научиться достигать всех вершин и не бояться начинать изучать новое. До программирования я даже не умела переключаться на английскую клавиатуру, то сейчас мы смогли сами сделать калькулятор, переводчик. По окончанию CyberOne ученики получают сертификат международного образца и, самое главное, полезные знания, которые помогут стать успешным специалистом в будущем. Подарите и вы своему ребенку возможность обрести востребованные навыки. Подробную информацию о школе программирования вы можете узнать по адресу улица Лермонтова, 120А или по номеру 8-988-343-1234. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.